В молодости они отличались красотой и элегантностью и до сих пор приковывают к себе взгляды, принимая свой возраст и демонстрируя безупречные образы. 79-летняя бабушка шести внуков Катрин Дынёв решила, что с годами женщина должна становиться очаровательнее. Актриса радует поклонников модной укладкой, яркими блузками и зауженными брюками. В 80-е ею восхищался весь мир, но сегодня 68-летняя Арнелла Мути не гонится за вечной молодостью, считает, что возраст от себя не утаишь и продолжает одеваться ярко, подчеркивая прекрасную фигуру. Джейн Фонди уже 85, но она продолжает оставаться одной из самых стильных актрис. На красных дорожках выбирает блестящие и даже полупрозрачные ткани, любит брючные костюмы и регулярно подчеркивает талию. 88-летняя Софи Лорен осталась верна своему фирменному макияжу с акцентом на глаза и даже продолжает сниматься, но предпочитает проводить время в кругу семьи и говорит, что, смотрясь в зеркало, видит самую красивую женщину на свете. 67-летняя супермодель Иман не боится откровенных нарядов и одевается так же, как и в годы своей молодости.